Ну вот я все-таки решилась на покупку пароварки. Стоит она 1300 рублей в технопоинте. Быстренько прикупила. Сейчас будет небольшая распаковочка. Вот ее технические характеристики. Трехъярусная, 9-литровая. Так, тут у нас крышечка полиэтиленовая, тоже такой плотный полиэтилен. Так, вот у нас три яруса здесь чаши. Ой. Ну, а это сам резервуар для воды. Вот таймер на 60 минут. Прикольная штука должна быть. Планирую в ней много что делать. Да, сюда наливается водичка до отметки. Это резервуар для сбора капель. И все. Можно хоть одну сеточку поставить. Крышка универсальная. На все три чаши подходит. Вот. Либо вот все три доставить. В общем, я думаю, это будет просто бомба. Просто бомба. Сейчас соберу ее полностью. Так, вторая. Так. И вот у нас третья чаша. Ну, вот так она выглядит в собранном виде. Кстати, немного места занимает, компактная, потому что складывается, видели, как чаша одна в другую. В общем, я рада, довольна пока. Не знаю, как в работе, обязательно, что буду делать, покажу.